кричи ей: «Марко, Марко, печешися и молишься мнозе». Един уже есть на потребу, Марии же плодует часть и страх. Я же не отнимется от нее. Запоминет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки. Поздравляю вас с престольным праздником. Я хочу поблагодарить усердного труженика на Ниве Христовой, настоятеля храма отца Павла. Сердечно благодарю вас. Многие годы вы стоите у престола Божия, несете различное послушание. Вы и духовник, вы и преподаватель, вы и предводитель народа Кряшенского. Вы пользуетесь любовью исключительно всех людей. Настоятелю святого храма сего, протоиерею, ничего не следует.